Привет, друзья, подписчики, гости канала. Сегодня у нас разведка по грибам. Не знаю, найду я чего или нет, но только вчера снег растаял. Это, наверное, третий снег был в этом году. Сегодня уже у нас 5 ноября. И решил сходить на разведочку, посмотреть грибочки. Если, конечно, что найду, я обязательно вам засниму, покажу, сделаю фильм. Но если ничего не найду, то, соответственно, фильм у нас не получится. Часика два времени у нас есть. Будем надеяться, что за это время получится что-нибудь найти на жареху и поснимать видосик. Ладно, начинаем, время тратить не будем. Ну вот, первые грибочки ноября, хотя уже 6 ноября. Ух, оторвался, смотрите, какая нога здоровая была. Оторвался, уже крупненький был, толстый, польский. Первый гриб, который сегодня увидел, а вот сразу же и второй, помоложе, польский. Ух, даже он тут не один, их тут два. Класс, сейчас сфотографирую и вытащим их. Ну вот, начинаем вытаскивать их. Ух, какой крепыш, полечок. У нас только вчера снег растаял. Уже раза три выпадал и таял. Вон, грибочки все есть. Смотрите, какие. Красота даже. Вон, какие даже есть. Малюсенькие. Ну, три штучки уже есть. Отлично. Будем продолжать. Может, и еще что-нибудь найдем. Ну, вот и еще один грибочек подоспел. Молоденький тоже. Масленок. Масленочек. Все, грибы попадаются. Будем искать. Ну что, друзья, я еще, наверное, не сказал, что сегодня у нас 5 ноября. Время около 12 дня. Вон грибочки растут на березе. Березовая губка вроде бы называется. Я в них не особый спец в таких грибах. Смотрите, противопожарный поздний осенний просек. Весь в листве. И под листвой, смотрите, что нашел. Друзья, я в шоке. Лисички. Настоящая лисичка. Смотрите, какая крупная, хорошая. Обязательно ее возьму. Как и вот эта вот поменьше. Молоденькая резет. Класс. Две лисички. Вот там. 5 ноября. Ну что, походим еще, посмотрим грибочки. Может быть, пожарить что-нибудь удастся. Продолжаем грибачить. Медленно хожу, гуляю. Вот еще лисички. Одна лисичка обыкновенная. Вот еще одну нашел до этого. Не показывал. Вот еще одна поменьше. Нормально. Уже 5. Вот еще. Они такие уже. Нет, уже плесневеть начали. Оставим их. Пускай лежат. А вот 6 лисичка. Так. А вот 7. В лесу также еще попадаются горькушки. Но они уже единичные. И чтобы посолить их, набрать, наверное, уже будет проблематично. Встретил, может, штуки 2-3. Вот такие рогатики попадаются. Гриб-рогатик. Ладно,
Будем продолжать поиски. Ну вот, друзья, смотрите, лисички еще нашел. Вот одна, но она уже, видите, чернеет, загнила. Вот еще одна, смотрите. Вот эти уже нормальные. Так, здесь нету, вон еще. Вот эта плохая. Вот эта плохая. Ну вот эти нормальные берем. Лисички прут в ноябре, представляете? Вот эти две тоже уже загнили. Ладно, этих сейчас вытащим. Ой, какие хорошие, желтые. Тут ломилось, сочные. Нормально. Еще одна. Вон сколько лисичек уже набрали, полно. Прут они. Вот этих вот, считайте, оставили загнивший. Чуть раньше бы и больше бы набрали. Да, тут я знаю места, где лисички растут, можно походить, пособирать. Но уже время. На сегодня, наверное, не хватит туда сходить. Кстати, вот это еще не все. Вот еще лисички. Вот. Здорово вообще. Набрали грибочков. Не зря в лес пошел. И видео вам заснял. Свежее грибное. Так что сосновые леса, где вот больше мох зеленый, который более-менее тепло держит. Лисички польские еще есть, маслята. Так что можно еще пособирать. Последние денечки остались. Ну вот, друзья, нашел еще вешенку. Гриб тоже поздний. Вешенка. Все, я уже сейчас домой пойду. Время больше не остается. Смотрите, сколько грибочков набрал. Я прям в шоке. Насчет лисичек-то я вообще не ожидал. Все, грибы есть. Обязательно еще надо будет сходить. Но пожарить мне хватит. Немножко пожарю с картошкой. Здорово. Ну все, друзья, спасибо, что смотрели. Не забудьте как следует его оценить, видео, написать прям большущий такой хороший комментарий. Переходите в описание, там будут ссылки интереснейшие. Все, до новых встреч, всем пока.